Сегодня в Тюмени открыли движение по третьему уровню развязки «Мельника эти дружбы». Строительство масштабного объекта началось в 2021 году. Проект для нашего региона уникальный. Это первая трехуровневая развязка в Тюменской области. Протяженность больше 7,5 километров. Сегодня на объекте прошло выездное совещание, которое провел глава города. Руслан Кухарук оценил проделанную работу и отметил, что развязка поможет разгрузить существующие дороги. Отмечу, мост построили на год раньше контрактного срока. Сегодня мы реализовали очередной этап с опережением. Те работы, которые были предусмотрены в рамках наших договорных обязательств с компанией «Мостострой» в 2024 году, были с опережением выполнены в этом году. Развязка на «Мельника эти дружбы» – это часть большого инфраструктурного проекта. В планах на будущее – сделать беспрерывное движение по улице «Мельника эти» до Вилижанского тракта. Поэтому, несмотря на запуск движения, работы по развитию развязки продолжатся. Сейчас администрация города Тюмени разрабатывается проектная документация на продолжение улицы «Мельника эти» до Вилижанского тракта. И как только проект пройдет экспертизу, будет решаться вопрос по началу выполнения строительно-монтажных работ.